Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы продолжаем играть в Crystal Siege. Так, ну что, магия, все это вроде бы у нас взято, герой прокачан. И вот у нас поляна лесорубов. Несколько могучих дубов все еще нашептывают песни лесорубов, называвших когда-то эту поляну своим домом. Но даже эти древние деревья теперь кажутся хрупкими. А, так тут можно нормально, тяжело, экстрим. Мне доступен уровень тяжело. Ну, ребят, пока я никакой тяжело брать не буду. Будем так. В общем, я, наверное, оставлю вот эти вот кристаллы, да, чтобы их не могли утащить. Плюс, которые наносят повреждения. Опа, у нас мистическая башня третьего уровня. Кислотная башня появилась. И морозная башня. Ёк-макарёк. Откуда враг будет идти? Снизу. Ох ты, ты посмотри, что у нас тут происходит, ребята. У нас отсюда снизу, а кристаллов 3 штуки. Ну вот и как мне тут быть? Давай вначале вот так вот, наверное, поставим. Здесь, я не знаю, может быть, кислотную башню. Она же замедляющая, плюс магическая, естественно, против таунтов. Все? Подожди, а вот это... Ага... Она в камне, а как ее разбить? Тут башни некоторые в камнях у нас, как бы я не смогу с ними ничего сделать. Подожди, нет. Магическую здесь поставим. Здесь все, пока ничего больше не могу сделать. Так, а я с собой, да, у меня здесь с собой взято довольно неплохо. А какого фига ты не упал? Пускай он бомбит их всех тут. Вот так вот, чтобы им было пусто. А вот, кстати, эти два дуба тут по краям, видишь, стоят. Так, у нас есть манна. Нормально, все, все вроде бы пока хватает. Так, башню можно прокачать. Прокачиваем. Увеличивается, соответственно, ее... Ой, подожди, какой продать? Не надо продавать мне. Волн будет здесь 12 штук. Не пробежит. Или пробежит? Нет, не пробежал. Так, давай-ка хорош дурковать уже. Ведь не стыришь же, гаденыш. Я ведь просто-напросто тебе не позволю этого сделать. Так, еще башня улучшается. Вот. Следующая волна. Блин, а как же я эти башни должен освободить? Вот что меня интересует. Дистанция. Дистанция увеличивается на маленький. Урон. Урон, наверное, здесь все-таки лучше прокачать. И всего 3 кристалла в этой миссии. Он там уже и гризли выходит. Ну да, мы замедляем, но очень, очень медленно, ребят. Так, гоблин один. Ух ты, не один, ребята. Слушай, она шпарит неплохо, да? На этом уровне. Ёк-макарёк, попёр, попёр, попёр. Не хватает чего, денег? Не хватает денег на прокачку мне. Так, ну что, пошли отнимать здоровье у него. Блин, сейчас еще одна волна пойдет. Я не успею, ребят, здесь справиться. Одного-то убью, а вот второй еще останется. О, здесь эти бегуны еще. Так, наверное... Ага, не успел он добежать. Гоблин вообще на раз зажарил, посмотри. Опа. Еще прокачали башенку себе магическую. Здесь, кстати, тоже можно улучшение сделать. То есть она набралась достаточно количество опыта. Это третья волна, да, еще до сих пор? Разобрались.
Давай, давай, давай. Я не пойму, там кто там что происходит. Теперь вот мне, по крайней мере, видно. Ау, щит, летающий. Далеко не улетят, верно же? Так, надо прокачать, наверное, урон. Да неужели монетки начали выпадать? Вызываем следующую волну. Опа, это что такое? Гуль. Раньше эти, похожие на призраков и вооруженные огромными косами бойцы, пугали целые армии. Их способность становиться на время невидимыми и таким образом недосягаемые для башен делает их еще более страшными. Зашибись. Молодцы. Если они становятся невидимыми, как я их тут должен... Как их должен ловить? Вот он невидимый стал. Ну, на время, короткое время. А, опять невидимым стал. Не улетел он далеко. Блин, мне это не нравится. Че, тырит кристалл, ребят, не утащило, слава богу. Паровые орки. Блин. Да хорош. Я ведь не позволю вам утащить. Да опустись ты! Ну призрак от этого есть. Бомбанули, молодцы, красавчики. Урон 55. Пускай будет 55 урона, потому что ну тут... Во! Во! Можешь же, когда хочешь. Отлично. Так, я могу еще прокачать им? Могу, ребята, урон 80. Фига мы там их прожучиваем, смотри. ХП просто. Я не позволю вам взять. Че, не вышло? Вот это и оно. Ребят, шестая волна. Это шестая волна, еще шесть волн впереди. Да ну нафиг. Да, вот так вот оно и получается. Урон пятнаха. Твою налево, думаете, что не так-то, блин, опять же. Поднялись в воздух. У нас когда заканчивается мана, мы поднимаемся в воздух автоматически, ребят. То, что золото мне, конечно, не дают. Это вот прям беда. Постоянно идут с одной стороны только. Так, минус паровой. Есть. Так, тут можно, наверное, еще прокачать. Урон 35. Есть. Так, насколько я могу понимать, сейчас пойдет седьмая волна. Ау, нежить. Нежить собственной персоны явилась. Блин, кристалл, вот то, что у нас там лежит, это, конечно, прям беда. Давай сюда, на перехват.
Да ладно. Смотри, что творят, а? Почти, ребята, получается у них утащить у меня кристалл. Ты опустись ты, господи, дерись. Так, это что у нас такое, я уже забыл. Морозная башня. Вот она как работает. Башня это не достает, что ли? Нет, не достает. Похоже, все-таки, ребят, кристалл у меня утащат. Утащили. Утащили у меня кристалл. Вот так вот, ребята. Так, приближается волна. Как будто я не знаю, что приближается волна. Ё-моё, чё... Пишите-то мне, блин, об этом. Приближается волна. Так, у нас два кристалла сейчас, да, в опасной зоне получается. А тот кристалл-то я мог, ребят, спасти. Я про ману-то забыл, что мана-то у меня есть. Я бы мог бы его просто не выпускать. Из своих лап, так скажем. Так, давай захватим. Чтобы он утащить не смог. Ага, бежит, 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 бежит. Не добежала. Опустись. Вот эта вот морозная башня здесь, конечно, вообще, ребят, не очень-то она в тему, если честно. Так, 170 монет надо, да? Получается. Так, на всякий случай выпьем, наверное, пробирочку. Маленькую. Башня. Вот такую сделаем. Да, то, что один кристалл потеряли, это, конечно, вообще нехорошо. Че он тут машет-то? Машет она мне. 11-я волна, готовимся, ребят. А 230, ничего себе. Тридцать для прокачки. 175. Да ёк-макарёк, ну куда? Придется захватывать. Выпивать пробирочку, само собой. Последняя, 12-я волна. Ну, я думаю, что здесь уже все, ребят. Победа будет за нами, но один кристалл я потерял. Я совсем забыл про вот эти наши заклинашки-то, что у нас есть. Если бы я применил бы, фигу кто там утащил бы у нас кристаллы бы. А я что-то совсем забыл. Лопухнулся одним словом. Так, секунду.
Не успела, да? Мы ее поджарили. Этого гуля. Гуль. Так, максималка, максималка. Так, эти прокачаны по максималке. Здесь тоже все по максималке. Так, отлично. Угу, и здесь тоже по максималке. Ну и все, в принципе. Так, опустись. Здесь уже никто ничего нам не сделает. Как по мне. Не знаю, что-то заморозка. Башня вот эта на заморозках как-то не особо сильно меня радует. Не знаю, может быть, надо было кислотную поставить лучше. Я думаю, еще будет время проверить. Да, не на 3 звездочки, к сожалению. Но новый уровень, 9-й. Друзья, 9-й уровень. Опа, 10-й уровень. 2 ключа. Ну давай откроем здесь и здесь. Кольцо. Всего лишь одно кольцо. Так, мы прокачиваем, по-моему, вот это вот. Вихрь я хотел, да? А это что у нас? Цепная молния. Сковывает несколько врагов с помощью сухого напряжения. Понятно. Давай тоже будем прокачивать. Так, какое я тут кольцо получил только что? Вот это вот. Запас маны 12. Регенерация 7. Получаем опыт 27%. И радиус ауры 50. Ого. Но оно слабее, чем кольцо волшебника. Именно даже по цене, ребят. Не знаю пока, стоит ли брать. Но получаем опыт 27%. Я считаю, что это... Наверное, возьму. А это что за колечко? А, ну это вот, которое у нас было. Мало зелья скорости. Этот магический экстракт на протяжении 5 секунд увеличивает на 150% скорость перемещения. Скорость атаки и восстановление манны. Да? Заманчиво, конечно. Но я, наверное, все-таки воздержусь. Так, ребята, у нас осенняя месть. Некогда бывший оживленным торговым постом... Чего? Оживленным торговым постом, теперь эти старые ворота являются местом, где наш герой должен занять оборону. Этим холодным осенним днем покраснеет не только листья. Даже так. Слушай, будем брать ураган? Наверное, будем. Давай хотя бы просто посмотрим. Что он из себя вообще представляет? На карте указано, что последние фрагменты кристалла находятся здесь. От этого места мне не по себе, даже страшнее, чем было когда-то в храме. Здесь есть нечто леденящее и злое, нечто обернутое в покровы темной магии. Не скажу, что это лучшие слова при виде старого друга. Купец, ты напугал меня. Я говорил не о тебе, друг. Что ты делаешь в этом опасном месте? Я здесь, чтобы помочь тебе, и у меня с собой есть еще один потрясающий подарок. Мои глаза подводят меня? Или это и вправду гигантская баллиста? Тебе не померещилось. Это самая лучшая баллиста во всем Криствулде. Я бы хотел объяснить больше, но сейчас тебе придется сдерживать монстров, а я пока дострою это невероятное оружие. За работу, товарищ. Товарищ. Так, он там со своей баллистой будет возюкаться. Оу, щит. Теперь нам на два фронта придется работать. Ты понимаешь, да? Про какие два фронта я говорю? Ты посмотри, они будут отсюда идти и оттуда. Твою дивизию. Тогда будем делать магическую плюс электрическую башню. Магическая, электрическая, плюс... Наверное, кислотную еще поставим. А здесь все-таки еще одну электрическую.
Не знаю, что у нас из этого всего вообще, ребят, тут получится. В общем, призываем. Опа! Это, ребята, новый гоблин-шаман. Эти первобытные заклинатели способны призывать себе на помощь духов и имеют низкий уровень здоровья, но используют магическую броню, поглощая урон от большинства заклинаний и магических башен. А я-то довольный, блин. Эй! Твою ж налево. То есть, блин, понимаю, да? Гоблин-шаман, твою налево. Блин, ну не было печали, а, друзья. Не было, блин, печали. Надо было гоблина-шамана им на мою душу вызвать, а. Ты когда там со своей баллистой-то закончишь, мужик? Так, с медведями-то мы как справляться будем? Своими силенками-то, я что-то не знаю даже. Башня. Прокачиваем ее. Этих ханык не пропускаем, ни одного. Прокачиваем башню здесь. Следующая волна. Все-таки один кристалл здесь тронули, да? Сдвинули с места. Ой-ой-ой-ой. Идут, блин, засранцы. Вот с ними-то, блин, сейчас и будет волокита. Эй, ребята, голем наверху. А что-то я не помню. На всякий случай сделаем вот так вот. Так, пока вроде бы нормально справляемся. Вот это вот мне не нравится. Ну-ка. А чего? Да ладно. Что он делает? А, он ломает. Иди, помогай. Здесь прокачиваем таким образом. Так, с летунами пока мы справляемся. Причем довольно неплохо. Летуны, на то летуны, чтобы быстро тут дуплеться. Опять с деньгами, да, проблема у нас получается. С деньгами проблема, с этим проблема, блин. Ну куда ты? Как только подойдут, сразу, ребят, включаем защиту. Сразу же. Поехали. Чтобы никто тут ничего у нас не утащил. Есть. Вызываем сразу следующую волну. Прокачиваем башню. Эй! Шаман это бомбит тебе на изи его вообще бомбануть. Он боится физической атаки. Теперь сюда. Вот, ребят, для чего нужно было зелье скорости. Чтобы быстро перемещаться можно было бы. Е, заколбасили мы этого шамана. Да что, ты издеваешься, что ли, надо мной, а? Так, он вызывает их души еще призрачные, да? Монет вообще нету. Надо еще, наверное, выпить одну пробирочку. На всякий случай. Пускай будет. Все? Сразу следующую волну вызываем.
Далеко ты собрался-то, парень? Ничего он у меня не стырил. Ну и прекрасно. Да блин. Куда ты захотел взять его? Справимся, справимся. Так, я вот думаю, что здесь, наверное, все-таки... Нет, не будем мы. Оу, щет. Там скелеты, тут скелеты. Так, со скелетами вроде бы нормально пока у нас идет. Все, справляемся, да, здесь? Опять же, не забываем, что они воскрешаются постоянно. Не прорвались. Наверху все нормально. Держим, как говорится, конкретно. Дай-ка я вот так вот сохранялку врублю. Башню еще одну прокачаем здесь. Пока все кристаллы на месте у нас. Мужик будет долго эту баллисту, походу, делать. Ой-ой-ой. Готово, друг мой. Очень вовремя. Ты можешь быстро обучить меня, как ей пользоваться, чтобы я мог стрелять из нее сам. Она гениальна в своей простоте. Ты натягиваешь тетиву пальцем и отпускаешь, чтобы выстрелить. Прямо как из рогатки. Стрелки укажут направление и силу выстрела. Сейчас самое время попробовать. Чего, ну? Ох! Клянусь мудростью хранителя, она невероятна. А тут еще целый арсенал стрел. А она, я так понимаю, пробивным идет, да? Она пробивает. Ух. Шикарно. Что я могу сказать еще, ребят? Шик и блеск. Блин. Ладно, зарядим. Проверим. Да, она проходит. Ну, почти, почти, ребят, через всех. Упс. Слишком, слишком много. Что-то у вас тут накопилось, ребятулечки. Так, мы заморозку. Давай-ка попробуем теперь кислотную. Стреляем пока по этим вражинам. Спасибо за монеты. Прокачиваем башню. Но она не то чтобы сразу убивает, ребят, но наносит хороший урон. На добивку самый смак. На добивку вообще топово идет. Так, внизу мой герой справляется, вроде бы все норм. Так, на всякий случай сохранюсь здесь. Так, пойдем-ка помогать. Чё-то как-то, ребят, вообще не то. Кислота — это вообще какой-то бред. Сейчас тебе скажу. Я, честно говоря, на больше рассчитывал. Тут фигня какая-то получается просто. Да
Да что такое, я не могу с ними справиться, а? В чем проблема-то? Куда ты потащил? Побежал он уже. Да. Блин, я совсем забыл же про баллисту-то, ё-моё. Баллиста-то как раз для этого и нужна. Давай-ка их всех сюда соединим в одну кучу. И будем по ним сейчас бомбить. Пока они там... Ураган такой себе, удовольствие, если честно. Просто замедляет немножко противников и все. Урон практически не наносит. Если от слова вообще не наносит. Так, ну что, здесь мы справились. Кристаллы пока все на месте, слава богу. Прокачаем. Так, максималка. Здесь тоже по максималочке, наверное. Скорострельность. Так, здесь тоже максималка, все, все, максималка. Что это такое? Дум-дум, блин. Я его помню, ребята. Ты та самая демоническая мерзость, убившая моего учителя-хранителя Аркаша. Я чую, что ты здесь. Воняет от тебя за версту. Без сомнения, ты умрешь здесь и сейчас. Но твоя смерть будет быстрой. И я... не уподоблюсь варварам вроде тебя. Ха-ха-ха, клоунишка. Дум-дум, молоть твои кости, чтобы печь хлеб для повелитель. Потом, дум-дум, приносить ему кристаллы, которые глупый клоун не нашел. Ха-ха-ха. Что? Где-то еще есть осколки кристалла? Да, и дум-дум хотеть те, которые есть у клоунишка. Но сначала, дум-дум, поломать тебя. Помнишь, я сказал, что убью тебя быстро? И я соврал. Что он там делает? Что он там хочет сделать? Какое нафиг ускорение еще? Башни мои не работают. Так, ладно, гаденыш. А что это у меня персонаж умер главный? Нет, ребят, не умер. Просто он был в отключке. Это бубнит. На всякий случай сохранимся здесь. Вот зачем мне тут нужна была, ребят, баллиста. Да подлети ты сюда так, господи, ну. Само собой, я не имею права, ребят, проиграть здесь. Я надеюсь, он кристаллы не сможет тащить. Да иди ты сюда-то. Так, отойди от него подальше. Отлично. Так, он не может ничего сделать, ребята, он... Что он делает? Отойди оттуда. Так, получает. Давай, бомби его, пока он там в отключке. Что ты творишь?
Да бомби ты его, пока есть такая возможность-то, господи. Последний выстрел. Есть. Так, дум-дум, мы этого завалили. Все кристаллы сохранились. Фью. Заверши главу первую. Первую главу. Так, 12 уровень, ребята, получаем. На 3 звезды, шикарно. Опа. Опа. Замечательно. Попрощайся с жизнью, нелепое чудовище. Ты будешь предан забвению. Умри. Повелитель мстить за Дум-Дум. Он делает из твоей кожи подстилку для собака. Ты терять все. Свои стекляшки. Твой город стать кормушкой для монстров. Хар. Все, отдуплился. Он думал, что уничтожение этого чудовища освободит его сердце от боли, вызванной потерей учителя. Но не тут-то было. Некоторые говорят, что месть сладка на вкус. Но в его глазах была лишь горечь. Но был и повод для радости. Оказалось, у тролля была с собой карта. На ней были отмечены другие фрагменты кристалла на Дальнем Севере, где заснеженные пики черных скал дотягиваются до небес. Когда-то они были домом гордого народа гномов, сопровождающих путешественников по опасным горным маршрутам. Теперь их всех изгнали, схватили или того хуже. И лишь холодные объятия смерти ожидают глупцов, осмелившихся пройти через эти гиблые перевалы. Но в израненной душе нашего героя больше нет места страху. Какие бы злые силы не поджидали его в черных скалах, лучше им молить о том, чтобы тот день не стал последним. Глава вторая. Йоу, парасоте. Друзья, новая карта у нас. Заснеженные горы. Мне нужно попрощаться с тобой, друг. Придется продолжить путешествие в одиночку. Я и так уже слишком много просил у тебя, а эти горы не место для такого пожилого, как ты. Я использую мудрость в качестве оружия. А с возрастом она становится лишь острее. Но, увы, ты прав. Тебе придется путешествовать одному. Оставь и меня, и свои печали позади. Ты познаешь радость снова, клянусь тебе. И хоть ты стал сильным и мудрым, всегда найдется куда расти. И это величайший дар жизни. Ты заставляешь меня стыдиться. Я погряз в аду, созданном собственными руками. Твои слова принесли мне новую надежду. Крепко держись за свою надежду, и она окрепнет. Ты осознал, что однажды твое сердце вновь воспрянет и получил способность брать в бой сразу 3 заклинания вместо 2. Прощай, и пусть все добрые духи, оставшись в этих краях, защищают тебя и ведут к победе. Ребята, я могу 3 заклинания брать теперь? Или он прикольнулся? Так, подожди, заклинания. Не хватит нам, да, одного. Блин, ну, ураган мне не понравился. Этот вихрь, это бредотня какая-то на самом деле. Так, что я хотел взять? Я хотел вот это вот купить. Я хотел вот это вот все купить. Ох ты, кольцо, ну-ка. Запас маны 55, регенерация маны 15, силы магии огня. Ага. Хм. Я, наверное... Мне хватит денег? Хватит. Ох, доспех, смотри какой. Блокировка врагов. Так, скорость ходьбы... И атака 35%. Я, наверное, куплю. Блин, мне и то хочется купить, и это. А что у нас за вот это вот? Блокировка врагов. Получаем опыт 46%. Воу. Так, вот это, ребят, я, наверное, уже все-таки продам. Это вот, оно нам не нужно. И оно, поверь мне, уже не пригодится. Только инвентарь засоряется. Так, это тоже продаем. Этот тоже продаем. Так, это кольцо 1600. Ну, вот это надо снимать однозначно и продавать.
А вот это, наверное, все-таки надо покупать, ребят. Купить. Мало того, что купить, еще и снарядить. Я его что, не купил? Нет. Снаряжаем. Опа, это что за бронька у нас другая уже? Тяжелые железные доспехи. Блокировка врагов, скорость ходьбы. Я думаю, не стоит нам это кольцо. Ой, эту броню брать. Пока у нас топ. Вот оружие бы, конечно, какое-то бы хотелось бы другое. А, я могу выкупить обратно, что ли? Смотри-ка, тут сеты, что ли, получили? Или что это такое? Непонятно. Так, 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 так. А где мой персонаж? Где у нас, чтобы заклинание брать? Я уже не помню. Я не помню. Ладно, потом увидим. Ну что, друзья, давайте мы, наверное, на сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.